Здравствуйте! На канале РТВ программа Курзамского телевидения «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Олеся Пшиненко. Сегодня мы расскажем вам о планах театрального дома Юра Сварты, как прошел день бизнеса в Вентспилсе, и вы узнаете, до какого числа необходимо подать проекты, связанные с информационными технологиями в Вентспилсе. В четверг во время судебных прений прокурор Юрис Юрис потребовал для Айварса Лембергса 8 лет тюремного заключения и штрафа в размере 64 500 евро. Напомним, прокуратура обвиняет Лемберга во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, служебном подлоге, участии в сделках, которые были мэру запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях. Сегодня на еженедельном брифинге Айварс Лемберг заявил, что судебный процесс ведется необъективно. Вчера после прокуроров, которые требовали мне тюрьмы 8 лет, взял слово потерпевший и сказал суду, начал речь, что он предлагает оправдать потерпевший на суде, говорит, что он предлагает оправдать вымогателя Лембергса. Вы можете себе представить? По утверждению прокуроров, я вымогал доли у Мантеса в 94 году, и это была взятка. А представитель Мантеса говорит, что у них такие доли никогда так в 1994 году не принадлежали. Вчера после заявления прокурора Айварс Лембергс обратился к общественности с просьбой следить за судебным процессом, во время которого, если обвиняемой стороне позволят высказаться, будут представлены факты, свидетельствующие о невинности обвиняемых. Два года назад в Вентспилсе была учреждена новая традиция – раз в год проводить День бизнеса. Мероприятие для действующих и будущих предпринимателей, для всех, кто интересуется процессами в экономике Латвии, последними новостями в сфере предпринимательской деятельности. Такая встреча дает возможность из первых уст получить информацию о конкурсах, проектах, о доступных бизнес-инструментах. По словам исполняющего обязанности руководителя отдела экономики Вентспилсской городской думы, в Вентспилсе сейчас хорошие экономические показатели. Прекрасные показатели в 2018 году в сфере обрабатывающей промышленности. Был довольно серьезный прирост. В Вентспилсе было произведено продукции на 75 миллионов больше. Общий объем обрабатывающей промышленности составил 252 миллиона евро. Об экономической ситуации в стране в целом собравшимся на Дне бизнеса поведал ведущий экономист Латвийского банка Андрис Страсц. По его словам, в последние два года в Латвии наблюдался подъем экономики. В ближайшее время рост замедлится, но и кризиса пока не ожидается. Учитывая, насколько для нас важную роль играют наши торговые и экономические партнеры крупных стран Евросоюза, происходящие процессы останутся незамеченными для латвийской экономики. Сейчас ключевое слово – осторожность. Не делать необдуманных шагов. Не стоит тратить последние евро или 10 евро, стоит позаботиться о подушке безопасности. Латвия – идеальное место для производства электронной продукции. Об этом собравшимся рассказал Гирц Озелинч, опытный производитель электронных музыкальных инструментов. И у Дирца есть аргументы его утверждению. Я считаю, что в Латвии лучшая инфраструктура для производства электронной продукции. Мы убедились в этом, когда учредили свое предприятие. И много иностранных предприятий, дружественные наши конкуренты, перенесли свое производство в Латвию. Также есть производства, которые переехали из Германии и начали производить электронику в Латвии. По традиции, во время Дня бизнеса приглашают предпринимателя, у которого успешно идет бизнес. В этот раз своим опытом делилась Эгита Витула, которой удалось за 3 месяца от появления идеи дойти до готового продукта – настенного планировщика. Я фанат планирования. Раньше мой рабочий стол был заклеен бесчисленным количеством бумажек для заметок. Я распечатывала различные календари в бумажном виде. Что-то либо терялось, либо заливала кофе, либо еще что-то происходило. Но такой вид был мне не по душе. Собравшиеся проинформировали о проектах, которые могут их заинтересовать, на планах развития города. Подобные встречи помогают установить сотрудничество между различными институциями и предпринимателями, содействуя таким образом созданию благоприятной предпринимательской среды.
Венспилский дигитальный центр объявил конкурс пилотных проектов, призванных содействовать развитию сферы информационно-коммуникационных технологий. В рамках конкурса можно получить финансовую поддержку до 80% от общих затрат на реализацию идеи. Минимальная поддержка 2000, а максимальная 15 тысяч евро на реализацию одного проекта. Одно из условий – идея проекта должна соответствовать какой-либо из предложенных тем. Умное управление, умная экономика, умная мобильность, умная среда, умные жители, умная городская среда. Это уже пятый конкурс. За это время было подано 20 заявок. Поддержку получили 9 из них на общую сумму 152 тысячи евро. Выделяет средства на реализацию идей предпринимателей Венспилское самоуправление. Среди реализованных проектов популярными стали мобильная аппликация SOS, говорящие урны, развивающие игры. Проекты на очередной конкурс можно подавать до 30 апреля. Все подробности на сайте venspils.lv. Каждый год летом с 1 по 4 августа в Венспилсе проходит праздник города, и в это же время в городе проходит международный фестиваль цветочных ковров. Времени осталось не так уж и много, и поэтому Венспилское самоуправление приглашает жителей высказать свое мнение о возможном девизе 19-го международного фестиваля цветочных ковров. Свои девизы, посвященные этому фестивалю, жители могут присылать до 15 марта на городские интернет-порталы Ventspils.lv и Ventesbals.lv, а также высказывая свое мнение в социальной сети Facebook на странице предприятия Венспилского комбината благоустройства или отправив электронное письмо на vlk@venspils.lv со ссылкой «Девиз 19-го международного фестиваля цветочных ковров». После подачи девизов организаторы фестиваля выберут наиболее подходящие варианты, и они должны будут еще пройти и зрительское голосование. Театральный дом Юра Сварте – это многофункциональный центр, в котором проходят мероприятия регионального и международного значения. Начался весенний-летний сезон, и снова на любой возраст и вкус будут предложены венспилсчанам и выставки, и концерты, и спектакли. Если говорить о театре, то весной и летом в основном нас ожидают постановки из классического репертуара, хотя продюсеры планируют привести в Венспилс и новые авангардные спектакли. Весенний сезон в театральном доме Юра Сварте будет наполнен различными концертами и театральными постановками. Театральный дом Юра Сварте сотрудничает со всеми профессиональными латвийскими театрами, и мы вновь подписали с ними договоры о дальнейшем сотрудничестве. В скором времени в Венспилсе откроют свои двери новый концертный зал «Латвия», в котором также планируют проводить различные концерты. Но на работу театрального дома Юра Сварте это никак не скажется. Театральный дом и в будущем планирует привозить в Венспилс самые лучшие спектакли не только латвийских театров, но и из России и Европы. Мы знаем, что летом в июле планируется открытие нового концертного зала «Латвия». Несмотря на это событие, театральный дом Юра Сварте не прекратит свою работу, а продолжит ее в полном объеме, предлагая разнообразную программу. Театральный дом Юра Сварте был открыт 11 августа 2009 года, так что скоро у этого дома искусств юбилей. Театральный дом Юра Сварте продолжает свою работу, и совсем скоро мы будем отмечать юбилей. Театральному дому Юра Сварте исполняется 10 лет. Так что мы всех ждем к себе в гости и будем продолжать успешно сотрудничать со всеми и в будущем. В начале марта ведущие тяжелоатлеты Латвии и Венспилса приняли участие в рейтинговом турнире «Фейджер Кап». Заработанные на нем рейтинговые очки будут учитываться при распределении олимпийских путевок на игры в Токио 2020 года. Именно поэтому достигнутые результаты были так важны для спортсменов. Первым из наших латвийских спортсменов стартовал в категории до 81 килограмма Ритвар Сухарев, и он завоевал серебряную медаль. Кроме того, он обновил национальный рекорд и рекорд Европы среди юниоров. Вадим Кожевников стартовал в весовой категории до 96 килограммов. В рывке у него результат 160 килограммов, он улучшил свой предыдущий рекорд, а в толчке атлет поднял 202 килограмма и с суммой в 362 килограмма занял второе место. В весовой категории до 109 килограмм удачно стартовал и Артур Плеснекс. У него также новый рекорд Латвии. В рывке он взял 181 килограмм, а в толчке смог поднять 222 килограмма. В сумме, получив 403 килограмма, он завоевал бронзовую медаль.
Сегодня большинство латвийцев празднуют Международный женский день. Мэр Вентспилса Айвар Лембергс не обошел своим вниманием этот праздник и поделился с инспилсчанами своим мнением о том, какую роль в жизни мужчины играет женщина. Мужчина без женщины не мужчина, и жизнь без женщин – это мрак. Вот. И на плечи женщин, вообще-то, они тянут нашу жизнь. На их все-таки семья, на них дети, повседневные заботы. Они еще умудряются всем этим справляться, еще работать. И себя еще умеют преподнести. Вот. Так что это просто удивительно, как женщины это все успевают. И они уникальны. И это всем мужчинам надо оценивать. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Встретимся с вами на следующей неделе на телеканале РЕ-ТВ. Понедельник, 11 марта в 17:00 Вентспилское муниципальное предприятие «Коммунала Парвалде» приглашает жителей города посетить информационный день. Тема встречи – проведение актуальных работ в весенне-летний период. Информационный день пройдет в Вентспилсе по адресу Ужевас, 8, 3 этаж, в зале предприятия «Коммунала Парвалде». 10 марта в 12:00 в Вентспилсе в Приморском музее под открытым небом пройдет традиционное народное гуляние «Масленица». На центральной сцене веселая праздничная программа, конкурсы и хороводы. Особые гости – ансамбль «Живица» из Салдуса и дуэт «Сантехники» из Огры. На территории всего музея будут игровые и спортивные площадки, национальные дворики, торговые ряды, катание на лошадях, сюрприз от рижского кафе викторианской кухни. И, конечно, главный атрибут – масленицы – блины. В 14:45 состоится розыгрыш лотереи по входным билетам, а в 15:00 – сожжение чучела масленицы, потом народная дискотека. Обращаем ваше внимание на изменения в программе вещания Курзамского телевидения. Начиная с 4 марта программа «Взгляд из Вентспилса. События. Люди. Мнения» на русском языке будет выходить по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 17:30. Тематические передачи по понедельникам в 19:00.